Привет всем, с вами Жанна. Готовлю салат из редьки черной. Для этого нужна редька, огурец, лепесток мяты, укроп, соль и масло растительное. Для начала очищаю редьку и огурец. Так и натираю на терку редьку. Сейчас посыплю солью. И слегка порву мяту. И хорошенько перемешаю. И таким образом как отбивать буду. Ну вот, как только начинает выделять сок, перестаю выбивать. Так. И таким образом ее оставлю, пусть она выделит лишний сок. И соломочкой нарезаю огурец. Так, редька уже сок выделила. Выкладываем уже. И отжимаю лишний сок. Промываю холодной кипяченой водой. Еще раз отжимаю. У нас такой салат в Латвии очень распространен к закускам острым. Достаем мяту, листочки. И просушу еще салфеткой. Кладу огурцы. Укроп. И масло. И все это размешаю.
Вот смотрю, что еще надо подлить масло. Ну и, в принципе, в таком виде хорошо ее, чтобы она чуть постояла, хотя бы минут 20. И тогда подавать на стол. Вот, салат подержала я 20 минут. Украшаю лепестками. Салат готов. Приятного аппетита!